Ребятки, всем привет! С вами Владислав и я, ведущий Облака Жизни. У меня для вас есть не очень хорошие новости. Дело в том, что завтра, в пятницу, 2 октября, я ложусь в больницу. Минимум ложусь на неделю. Точно я не могу сказать вам, насколько, но минимум неделя. В ВК появляться я не буду, и, соответственно, роликов на YouTube тоже не будет. Вам придется немножко подождать. Вы отдохнете от меня, я отдохну немного от съемок. Ребятки, не скучайте, у меня за последнее время вышло очень много роликов. В неделю примерно по 10 роликов. Вы можете посмотреть старые ролики. На канале у меня больше сотни роликов. 140, по-моему, или уже 150. Где-то так. Смотрите старые ролики, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте ставить лайки. Как всегда, желаю вам счастья, здоровья, всего хорошего вашим близким. Не скучайте, друзья, не скучайте. И я обязательно вернусь. Надеюсь, что вернусь. А вдруг я не вернусь? Вдруг меня больше не будет? Ребята, а вы будете скучать, если меня больше не будет? Не будет на YouTube? Напишите, пожалуйста, в комментариях, будете ли вы скучать или не будете. Всем пока-пока и чаще улыбайтесь.